художник, змей клеточный, покрасил несколько клеток доски размером 7×7, соблюдая правила. Каждая следующая закрашиваемая клетка должна соседствовать по стороне с предыдущей закрашенной клеткой, но не должна соседствовать ни с одной другой ранее закрашенной клеткой. Один квадрат 7×7, неважно, где мы начинаем, скажем, один, в смысле, что мы можем сами выбирать, где начинаем, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, заметьте, углом можно касаться, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Вот вам маршрут из 24 клеток. Вы видели? Сейчас рядышком нарисую другую доску 7×7, и в ней будет маршрут подлиннее. Я не буду вот так вот пытаться все время поворачивать, а пройдусь просто-напросто по вертикали, потом по следующей. Сейчас увидите. Вот, бесхитростным образом сейчас начну в одном углу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, согласитесь, способ очевидный, да? 31. Так вот, господа, получилось 31, а требуется 33. 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. У этой задачи есть еще второй пункт. На доске размером 8×8 42 клетки. То есть вот на доске 7×7 33, а на доске 8×8 42 клетки. Это, конечно, намного сложнее. На доске 8×8 нарисовать 42. Из 42 клеток. А пока просто идет, да, правильно. Ошибка, ну видно, вы там заходили, правда? Все уже бессмысленно. Ребята, если вы обнаружили у себя ошибку, то надеяться, что вы так за секунду все исправите, пожалуйста, бессмысленно, потому что, ошибся, что страшно. Спасибо. Спасибо. Я, разумеется, не уверен, что это единственный способ. Укладка такая действительно на змею похожа, правда? Mm-hmm. Очень симпатично. Все змеи еще похожи на змею, естественно.